Сегодня у нас река исцеления, освобождения. Šodien mums ir dziedināšanas atbrīvošanas upe. Сегодня у нас река славы Божьей. Šodien mums ir Dieva slavas upe. И ты получишь в свою жизнь все то, что он обещал. Un tu saņemsi savā dzīvē visu to, ko viņš ir apsolījis. Здоровое тело. Veselu miesu. Здоровый дух, здоровую душу. Veselu dvēseli, veselu garu. Здоровых близких и родных в твоей семье. Veselus tavus tuviniekus ģimenē. Только потому, что Бог бодрствует над своим словом. Tikai tādēļ, ka Dievs ir nomodā par savu vārdu. И он очень сильно хочет войти в жизнь каждого из нас. Un viņš ļoti spēcīgi vēlas ieiet katrā dzīvē. Он хочет вмешаться в любые обстоятельства. Viņš vēlas iejaukties visos apstākļos. То, что сегодня стесняет твою жизнь, не дает тебе полноценно жить. Tajā, kas nospiež tavu dzīvi, Господь уберет эту преграду. Dievs noņem šo šķēršli. Amen. Amen. И хочется вернуться к Библии. Vēlas atgriezties pie Bībeles. Мне нравится это место, это книга Бытия, 3 глава, Бытие. Man patīk šī rakstuvieta, 1. Mozes, 3. nodaļa. То, с чего все начиналось. Tas, no kā viss ir sācies. Amen. Бытие 3 глава 20 стих. 1 Мозес 3 нодаля 20 панц. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Un cilvēks nosauca savas sievas vārdu Ieva, jo viņa ir visu dzīvo māte. И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас. Un Dievs tas kungs sacīja: redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums. Зная добро и зло. Зинадамс слабо он ляу. Теперь как бы не простёл он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Bet katās tagad neiztiep savu roku un nepaņem arī no dzīvības koka un nēd un nedzīvo mūžīgi. Amen. Господь дал Адаму жену. Dievs deva Ādamam sievu. И Адам назвал Еву. Un матерью всех народов. Nosauca Ievu par visu tautu māti. Amen. Сегодня это слово, оно будет больше обращено к женщинам. Šodien šis vārds būs vairāk veltīts sievietēm. Но точно так же к мужчинам. Bet tikpat daudz arī vīriešiem. И нам очень важно понимать, что есть принцип ходатайства. Ir ļoti svarīgi saprast, ka ir šis aizbildniecības princips. Есть тот, кто позволяет в жизнь выйти новой жизни. Ir tas, kurš ļauj dzīvībai iziet jaunai dzīvībai. Женщина рожает детей. Sieviete dzemdē bērnus. Женщина становится перед выбором, кому будет служить этот ребёнок. Sievietes rokās ir izvēle, ko kam kalpo šis bērns. Женщина, она становится под атакой, как тогда в то время была под атакой Ева. Sieviete nonāk uzbrukumu priekšā tāpat tā kā tajā laikā Ieva. Кому будет служить тот ребёнок, которого она родит? Kam kalpos tas bērns, kuru viņa piedzemdēs? Если вы спросите, откуда корень болезни, зависимости и всего остального, я вам скажу. Ja jūs jautosiet, no kurienes ir šis pamats, no kurienes ir visas atkarības un slimības? Всё это основание начинается от рождения. Tas viss sākas no piedzimšanas. То наследие, которое человек получает. Tas mantojums, ko cilvēks iegūst. То, что ему передают. Tas, ko viņam nodod. Amen. Это так. Tas tā ir. И дьявол, мы видим, mēs пришел redzam, в виде змея. Это было чуть выше, в 3 главе, в 14 стихе. Tas bija 3. nodaļa, 14. pants. И сказал Господь Бог змею. Un Dievs, tas kungs sacīja чуске. Это уже после того, как змей искушал Еву. Tas bija pēc tam, kad чуске jau bija kārdinājusi Ievu. Когда они вкусили запретный плод. Kad viņi jau bija baudījuši aizliegto augli. Он сказал змею. За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Un Dievs tas kungs sacīja čūskai, tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū. Uz sava vēdera tev būs līst un pīšļus ēst visas tavas mūža dienas. Очень важно понимать, что Бог не проклинал женщину. Svarīgi saprast, ka Dievs nenolādēja sievieti. Мы часто слышим, люди проповедуют Слово Божие, они говорят, что Бог проклял. Mēs bieži dzirdam, ka tiek sludināts, ka Dievs nolādēja Adama, Ievu. Ādamu un Ievu. Выгнал их из Эдемского сада. Izdzina tos no Ēdenes dārza. Бог положил проклятие на змея. Bet Dievs lika lāstu uz čūsku. Он оторвал ему руки, ноги.
Viņš tai norāva rokas kājas. То, что мы читали в этом стихе. Tas, ko mēs lasījām. И 15-й стих. Un 15. Pantā. И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем её. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Amen. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Господь говорит, то, что родит женщина. Dievs saka, ka tas, ko piedzemdies sieviete. Того человека, которого она родит. To cilvēku, ko viņa dzemdēs. Дьявол будет покушаться на него. Velns mēģinās viņam uzbrukt. И жалить в пету есть в одном месте перевод, прямой перевод. И tiešais tulkojums šai vietai kā dzels papēdī. Который значит то, что вот где наша нога стояла, тот след, который тут есть. Ka tas nozīmē, ka tā vieta, kur mūsu pēda stāvēja, ты ногу поднимаешь, tu pacelk pēdu, делаешь другой шаг. Liec nākamo soli. Этот змей успевает укусить только в тот след, который остался. Un šī čūska paspēja iekost tikai tajā nospiedumā, kas ir palicis. То есть Бог держит свою защиту на семени, которое родит женщина. Ka Dievs tur savu aizsardzību par to sēklu, ko dzemdēs sieviete. И змей будет жалить только в оставшийся след. Un čūska kodīs tikai atlikušajā nospiedumā. Но это выглядит примерно так. Мы все, наверное, видели. Tas izskatās apmēram tā. Varbūt esam redzējuši. Когда нападает змея, где-нибудь National Geography или где-то, есть такие моменты, и человек успевает убрать ногу. Raidījumos ir, ka varbūt esat redzējuši, ka čūska kož un cilvēks paspēja novākt kāju. И естественная реакция его в этот момент – это ударить змею чем-то. Un dabiskā reakcija ir tajā brīdī iesist čūskai aizstāvēties. Этот принцип мы видим в этом стихе. Un šo principu mēs redzam šajā pantā. То, что женщина родит то семя, kas sieviete dzemdēs to sēklu, которая будет поражать змея в голову. Kas sitīs čūsku pa galvu. Господь дает нам власть. Dievs dod mums varu. Наступать на змея и скорпиона. Uzkāpt uz čūskām un skorpioniem, uz visiem ienaidniekiem. Огромная ответственность лежит на женщине. Lielā atbildība ir uz sievietēm. Как Бог, так и дьявол. Kā Dievs, tā arī velns. Они желают проявляться через женщину. Viņi vēlas. Через то, что она родит. Parādīties через того человека, которого она родит. Sievieti caur to bērnu, kas viņai piedzimst. Дьявол покушается на этого ребенка, чтобы он выполнял его волю. Velns uzbrūk, lai šis bērns darītu viņa gribu. А Господь хочет, чтобы этот ребенок жил в Божьей воле. Bet Dievs vēlas, lai šis bērns dzīvotu viņa gribā. И когда человек рождается на этот свет, un kad cilvēks piedzimst šajā pasaulē, он рождается в определенном доме среди определенных людей. Viņš piedzimst noteiktā mājā starp noteiktiem cilvēkiem. И то, что ему передали в этой семье, в том окружении, в котором он родился. Un tas, ko viņam nodod šajā ģimenē starp tiem cilvēkiem, starp kuriem viņš ir. Эти знания, они формируют его для дальнейшей жизни. Šīs zināšanas veido viņa nākotnes dzīvi. То, что человек видит в близком окружении. Tas, ko cilvēks redz viņa tuvākajā apkaimē. Он начинает это воспроизводить после, в последующие дни. Viņš nākotnē sāk to attēlot. Очень важно, чтобы люди, рождаясь в определенной семье, они были научены истине. Ir svarīgi, lai cilvēks piedzimstot noteiktā ģimenē, lai viņi būtu mācīti. Чтобы от самого начала они были посвящены Богу. Lai no paša sākuma viņi būtu veltīti Dievam. Чтобы им показали принципы божественные, правильные, истинные принципы. Viņiem tiktu parādīti šie pareizie dievišķie principi. Это очень важно. Tas ir ļoti svarīgi. Очень важно, чтобы Божья атмосфера, она была в доме. Ļoti svarīgi, lai dievišķa atmosfēra viņa būtu namā. Когда у матери есть правильное понимание. Kad mātei ir pareizā saprašana. Когда она научена и наставлена в основах истины. Kad viņa ir mācīta un nolikta uz šīm pareizajām apziņām. Когда она чтит Бога. Kad viņa bijā Dievu. Она передает это своему ребенку. Un viņa nodot to savam bērnam. Но задача дьявола во все последующие дни Bet поразить этого ребенка. На уздамс висас nākamajās dienās ir ietekmēt šo bērnu. Послать в его жизнь то, что для него норма. Aizsūtīt viņa dzīvē to, kas viņam būs norma. Если есть в доме какое-то моральная распущенность там. Ja namā ir kaut kāda morālā nolaidība, izlaidība. Есть какие-то нормы, которые в этой семье обычно. Ir kādas pieņemtas normas ģimenē.
Ну, к примеру, взять прошлое там советское время. Piemēram, ja ņem, время, когда я родился. Laiku, то laiku, kad piedzimu es. 82-й год и дальше. 82-ais un uz priekšu gads. То мой отец пил, ему некогда было приехать за мной в роддом. Tad mans tēvs dzēra, viņam nebija laiks atbraukt pēc manis uz dzemdību namu. Он ездил на грузовике работал. Viņš brauca ar smago mašīnu. И он все время на ней ездил пьяный. Un visu laiku viņš brauca ar to piedzēries. Потому что у бабушки была точка, на которой она торговала алкоголем. Jo manai vecmāmai bija точка, kur и viņa мой дедушка, и мой папа, tēvs, они исполняли то, что они видели в своем доме. Viņi piepildīja to, ko viņi redzēja savā namā. Они были рекламой. Viņi bija kā reklāma. Царство дьявола. Velna valstībai. У деда всегда вместо обеда бутылочка лежала. А vectēvam vienmēr pusdienu vietā aiz sēdekļa bija pudele. Обед начинался, он его ждал. Я помню, мне было лет 6, я сидел с ним в этой кабине, смотрел на часы, посмотрел. Es atceros, man bija apmēram 6 gadi, un kā viņš gaidīja šo pusdienas laiku, skatījās pulksteni. В зиле поднял крышку. Un pacēla vāku. Достал пол-литра. Izvilka пус-литру. Выпил его. Izdzēra. За два раза. Pa divām reizēm. И такой кепочку натянул. Uzvilka cepurīti un tāds. Radio погромче и спать. Ieslēdza radio skaļāk un gulēt. Я говорю, дедушка, ты чё? Un es domāju, vecā, мы что, никуда не поедем? Vai tam mēs nekur nebrauksim? Сейчас говорит, я пообедал, посплю и поедем. Viņš teica, ну, es тагад papusdienoju, pagulēšu un tad brauksim. То есть это было нормой в нашей семье. Tā bija norma mūsu ģimenē. Поэтому, естественно, когда ты рождаешься в такую семью, tādēļ dabīgi, ka tu piedzimsti šādā ģimenē, для тебя автоматически становится нормой то, что там происходит. Tev automātiski kļūst normāli viss tas, kas tur notiek. Я помню, как бабушка жарила картошку. Es atceros, kā vecmāmiņa cepa kartupeļus. Man bija apmēram 7-8 gadi. А дед мой любил всегда пиво с картошкой. Bet vecāvs vienmēr mīlēja kartupeļus kopā ar alu. И он точно так же мне пиво наливал. Un tāpatās arī man ielēja. Мы вместе с ним ели картошку, запивали пивом. Un mēs kopā ēdām kartupeļus un uzdzērām alu. А бабушка все время говорила: "Андрей, не говори маме, она меня убьет". Bet vecmāmiņa visu laiku teica: "Андрей, nesaki mammai, viņa mani nogalinās". Почему? Kādēļ? Потому что это было в их мышлении. Tādēļ, ka tas bija viņa domāšanā. Это было нормой. Tas bija norma. Моя бабушка считала, что торговать горячительными напитками – это нормально. Mana vecmāmiņa uzskatīja, ka tirgot ar šiem grādīgajiem dzērieniem – tas ir normāli. Она видела в этом доход для семьи. Viņa redzēja tajā peļņu ģimenei. Благосостояние. Labklājību. Ну а что, надо же как-то жить. Bet nu kā jādzīvo, tak ir kaut kā. И всегда эта фраза – пили, пьют и будут пить. Un šī frāze – dzēra, dzēra un dzērs. Это было нормой. Tas bija normāli. Можем перевести эту призму на другую. Mēs varam pārcelt šo prizmu uz citu. Есть в семье кто-то, кто болеет раком или диабетом. Ir ģimenes, kur kāds slimo ar vēzi vai diabētu. Рождается ребенок в эту семью. Un piedzimst ģimenē bērns. Если вы посмотрите статистику американских семей, то это уже давно научно доказано. Ja jūs paskatīsieties Amerikas ģimeņu statistiku, tad tas jau sen ir pierādīts zinātniski. Те дети, которые рождаются в семье диабетика. Tie bērni, kas piedzims diabētiķu ģimenēs. Редко кто из них рождается с диабетом. Tad reti, kurš no viņiem piedzimst ar šo diabētu. Но когда они начинают адекватно понимать, им исполняется 4-5 лет, они уже идут в школу. Bet tad, kad viņiem jau ir kādi 4-5 gadi, viņi sāk iet skolā un adekvāti reaģēt. Они находятся в этой атмосфере, и потом они начинают заболевать этой болезнью. Viņi atrodas šajā atmosfērā, un viņi sāk slimot ar šo slimību. Сегодняшнее слово называется «ворота жизни». Šis dienas vārds saucās «dzīvības vārti». «Ворота жизни». «Dzīvības vārti». Очень важно. Ir ļoti svarīgi. Когда мы в семье родились, kad mēs esam piedzimuši ģimenē, что в этой семье происходит? Kas notiek šajā ģimenē? Корень всех проблем, болезней, зависимости абсолютно не важно. Visu problēmu, visu atkarību, slimību sakne. Его начало в атмосфере дома. Tā ir meklējama nama atmosfērā. В том, что в этом доме исповедуется. Tajā, kas tiek pasludināts šajā namā. Какие в этом доме проблемы. Kādas ir problēmas šajā namā. Точно те же самые проблемы передаются к детям, которые там находятся. Tās pašas problēmas tiek nodotas bērniem, kas atrodas tajā. И многие вещи для меня были нормой. Un daudzas lietas man bija normālas. Я привык, что дома меня отец бьет. Es biju pieradis, ka tēvs mani sit. Не бьет только, когда пьяный. Неси тикает, когда пьедзеришь. Когда он там два лата может дать.
kad viņš varēja iedot tādus divus latus, tad es biju tāds laimīgs. Самое интересное, идёшь, покупаешь на них сигареты. Un pats interesantākais, eju nopērc par to naudu cigaretes un kaut kur klusiņām kāpņu telpā smēķē. Потом листиком руки вытираешь, чтобы не пахли табаком. Pēc tam ar lapiņu noslauki pirkstus, lai nesmirdētu. Домой заходишь, всё в порядке. Un atnāc mājās, viss kārtībā. Мама, что тебе помочь? Может быть, мусорник вынести? Мама, ко тебе полезет? Может, отпитомус измест, может, траукус намазгат? Внутри, знаете, так совесть обличается. Понимаешь, что это неправильно. Ka saprot, ka kaut kas nav pareizi. Я сожалею, что мой отец в моем раннем возрасте, он меня наоборот привил отторжение от церкви. Man žēl, ka tēvs manā agrā bērnībā, ka viņš плохое представление о церкви. Viņš deva man sliktu priekšstatu par draudzi. Они, у них считается католическая семья. Та скайтаяс католицкая ģimene. Бабушка, дедушка, родители моего отца, они очень сильно молились постоянно. Mana tēva vecmāmiņa, māma un tēvs, viņi ļoti daudz lūdza. Постоянно за всех молились. Par visiem lūdza. Но был один момент, когда мой отец встретился с моей мамой. Bet bija viens moments, kad mans tēvs satika manu māmu. Они ему сказали: "Если ты женишься на русской, мы тебя проклянём". Un viņi teica, ja tu aprecēsies ar krievieti, tad mēs tevi nolādēsim. Он испугался. Viņš nobijās. Наврал ей. Самолоя виняй. Наврал, как его зовут, она полгода его называла вообще не тем именем. Kā viņu sauc, un tad viņu pusgadu citā vārdā sauca. Ну, потому что боялся, вдруг, придется как-то там эта ситуация вскроется, что у них есть отношения. Tādēļ, ka, baidījās, ja atklāsies, ka ir šīs attiecības. Так она даже, если забеременеет, то не знает его имени, навряд ли его так просто найдет. Bet tā, ja gadījumā viņa paliks stāvoklī, viņa pat nezin, kā viņu sauc, un tad tas tik viegli nenāks gaisa. Очень страшно, когда люди не имеют откровения свыше. Ir ļoti baisi, kad cilvēkiem nav atklāsmes no augšienes. Страшно, когда они не рождены свыше. Шаусмей, ka viņi nav dzimuši no augšienes. Когда они не рождены для Господа. Kad viņi nav dzimuši Dievam. Это невозможно вырастить нормальных детей. Nav iespējams tad izaucināt normālus bērnus. Потому что дьявол будет иметь к ним подход. Tāpēc, ka vēlnam būs pieeja pie viņiem. Он будет давать им свою ложь. Viņš dos viņiem savus melus. Будет показывать этот мир через те глаза, которые обязательно будут вести этого человека в грех. Viņš rādīs pasauli caur tām acīm, kas obligāti viņu vedīs uz grēku. Будет показывать, что нет справедливости. Viņš rādīs, ka dzīvē nav taisnības. Как в Слове Божьем сказано, что истина приткнулась. Kā Dieva vārdā teikts, ja viņš ir... Это его задача. Обмануть Божьи дела, вообще обмануть людей. Galvenais viņa uzdevums ir, lai cilvēki tiek piemānīti. Он даёт свои мысли. Viņš dod savas domas. И человек начинает в первую очередь о чём думать? Un cilvēks pirmā kārtā par ko sāk domāt? Par sevi. Он начинает думать, что я могу сделать в своей жизни, чтобы улучшить зону комфорта. Viņš domā, ko es varu izdarīt savā dzīvē, lai uzlabotu savu komforta zonu. Когда человек заглядывает Kad cilvēks skatās, даже здесь, находясь в церкви, pat šeit atrodoties draudzē, он заглядывает свою жизнь, заглядывает тот выбор, который он делает. Viņš skatās savā dzīvē, viņš skatās uz to izvēli, ko viņš veic. Он нацелен на материальные блага. Un lielākoties viņš ir vērsts uz materiāliem labumiem. Дьявол начинает лгать, он говорит, как будто бы вообще нет креста. Velns sāk melot, tā it kā rusts vispār nebūtu. Нет жертвы Иисуса Христа. Nav Jēzus Kristus upuris. Он обманывает людей, говорит, посмотри в этот мир, люди, которые не ходят в церковь. Viņš melo, sakot, skaties uz tiem cilvēkiem. Они не знают Бога, они живут лучше. Kas dzīvo pasaulē, kas nezina Dievu, viņi dzīvo labāk. Посмотри, у них финансы есть. Paskaties, viņiem ir finanses. У них есть машины, viņiem квартиры. Ir mašīnas un dzīvokļi. А ты в церковь ходишь? Bet tu ej uz draudzi. Где ты снимаешь маленькую комнату? Kaut kur īrē mazu istabiņu. 14 часов работаешь. Strādā pa 14 stundām. Чтобы просто заплатить коммунальные, там, во что-то одеться и что-то поесть. Samaksātu komunālos, kaut ko uzvilkt un pēstu. Я скажу, это ложь дьявола. Un es teikšu, tie ir velna meli. Хорошо родиться в правильном месте. Labi ir piedzimt pareizā vietā. Хорошо родиться в верующей семье. Labi ir piedzimt ticīgā ģimenē. Где есть правильные ценности. Kur ir pareizās vērtības. Хорошо родиться в семье, где есть страх Божий. Labi ir piedzimt ģimenē, kur ir dievbijība. Где исповедуют правильные вещи, говорят, что Господь, он исцеляет. Kur tiek pasludinātas pareizas lietas, kur tiek teikts, ka Dievs dziedina. Если ты на него уповаешь, он являет славу. Un ja tu paļaujies uz viņu, viņš pagodinās.
Потому что есть Дух Святой, который выполняет эту работу. Tāpēc, ka ir svētais gars, kas izpilda šo darbu. И естественно, мне было уже лет 15. Un dabīgi, man bija jau kādi 15 gadi. Я понимал, и дьявол наврал мне, что в этом мире только тот будет успешен, кто сильный. Es Velns man meloja, viņš teica, ka šajā pasaulē var Что этот мир он уважает силу физическую. Ka Dievs, ka šī pasaule, ka viņai vajag tos, kas ir spēcīgāki. Если ты умеешь драться. Ja tu māki kauties. Если ты умеешь воровать. Ja tu māki zakt. Обманывать людей. Малоt cilvēkiem. То ты вообще крутой. Tad tu vispār esi kruts. В 15 лет у меня уже сформировалось такое понимание. 15 gados man jau bija tāda nostāja. У меня были друзья, которым было уже 30. Man bija draugi, kuriem bija jau 30. Мне было среди них интересно. Un man viņu vidū bija interesanti. Почему? Потому что дома в семье мне не дали того. Un tas bija tādēļ, ka tas netika man dots ģimenē. Тех правильных вещей, на которые можно было обратить внимание. Lietas, uz ko man vajadzēja pievērst uzmanību. И, конечно же, для меня была норма выпить. Un man bija normāli iedzert, покурить. Смеķēt. То есть мне это нравилось, я хотел этих ощущений. Tas man patika šīs izjūtas. Вокруг меня были именно такие люди. Apkārt man bija tieši tādi солидарные cilvēki. Солидарные с этим откровением. Солидарные ar šo atklāsmi. У нас были интересы, мы там купили два гаража. Mēs nopirkām divas garāžas. Натащили туда сиденья, купили два запорожца. Nopirkām divas mašīnas, stiepām sēdekļus motociklu. Тусовка была. Полиция каждый день к нам приезжала. Mums tur bija tusiņa, un katru dienu pie mums brauca policija. Мы у них стояли на отметке. Они каждый день приезжали, смотрели, как у нас дела. Mēs viņiem bijām pierakstīti. Viņi katru dienu brauca un skatījās, kā mums iet. Самое интересное там замначальника, который все время приезжал. Un pats interesantākais priekšnieka vietnieks, kas katru dienu brauca. Его сын был вместе с нами в этом обществе. Viņa dēls bija kopā ar mums šajā barā. И он, так сказать, по-отцовски блюдил нас, смотрел за нами. Un viņš tā tēvišķi mūs pieskatīja. Чего не наделали. Lai mēs kaut ko nesadarām. Приедет, помню, на Рафике. Atceros, viņš atbrauc. Расскажет, как надо жить на свете белом. Un pastāsti, kā mums šajā pasaulē jādzīvo. Уедет, и мы продолжаем свою песню. Aizbrauc, un mēs turpinām savu. Это страшно. Tas ir baisi. Когда нет истины в жизни. Kad nav patiesības dzīvē. Когда ты нерождённый свыше человек. Kad tu neesi piedzimis no augšienas cilvēks. Неважно, это зависимость алкогольная, наркотическая или это болезнь. Svarīgi, vai tas ir alkohols, narkotikas vai slimība. Всё начинается из дома. Viss sākas no mājām. Всё начинается с той атмосферы, в которой человек родился. Viss sākas no tās atmosfēras, kur cilvēks ir piedzimis. И очень много может усиленная молитва матери. Un ļoti daudz spēja mātes spēcīga lūkšana. Потому что мать, она ответственная за детей. Tāpēc, ka māte, viņa ir atbildīga par bērniem. У матери особенное сердце по отношению к детям. Мате ir īpaši sirds attiecībā pret bērniem. Потому что она рожала этих детей. Jo viņa tos сердце их любит. Dzemdējusi, un viņai ir mīlestība. Независимо от того, какое мнение у других, что этот человек делает, что этот ребёнок делает, мать его всё равно будет любить. Neatkarīgi no tā, ko šis bērns dar vai ko saka citi, māte tāpat viņu mīlēs. И дьявол, когда он пришёл к Еве, он просчитал это. Un Velns, kad viņš nāca pie Ievas, viņš to nebija paredzējis. Он не нападал на Адама. Viņš neuzbruka Ādamam. Не делал там каких-то своих схем непонятных. Nedarīja kaut kādas savas схēmas nesaprotams. Он пришёл к Еве. Viņš nāca pie Ievas. Он обольстил её и обманул. Viņš kārdināja viņu un viņa krita grēkā. Сказал ей неправду. Viņš pateica nepatiesību un ievilka grēkā. Поэтому очень важно, чтобы истина была в нашем доме. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai patiesība ir mūsu namos. Как говорится, жена шея. Kā saka, tad sieva ir kā kakls. Куда шея повернёт? Kur kakls pagriezīs? Туда муж и все остальные смотрят. Tur arī vīrs un visi pārējie skatās ģimenē. Это так. Tā tas ir. Это принцип. Tas tāds princips. Это духовный закон. Tas ir garīgs likums. Нам очень важно. Mums ļoti svarīgi. Ходить в истине. Ir staigāt patiesībā. И поэтому воля Бога, чтобы женщина стала воротами в жизнь. Dieva griba ir, lai sieviete Божественное будущее. Par vārtiem uz dzīvību, par Бог избирает женщину, чтобы утвердить через неё своё царство.
Dievs izvēlās sievieti, lai caur viņu nostiprinātu savu valstību. А дьявол в свою очередь пытается своё. Bet velns savukārt cenšas savu. Он пытается, чтобы ребёнок взбунтовал. Viņš cenšas, против lai родителей. Bērns iet buntā pret saviem vecākiem. Чтобы он был предоставлен сам себе. Lai viņš tiku tu nodots pats sev. Для того, чтобы послать в его жизнь своих агентов. Lai sūtītu savus aģentus bērnu dzīvē. Врагов. Ienaidniekus. Я помню, как первый раз я столкнулся с наркотиками. Es atceros, ka es pirmo reizi sastapos ar narkotikām. Были мои друзья. Bija mani draugi. У меня была машина. Man bija mašīna. Мой родственник, он баловал меня там. Материн брат, он купил машину для Matas, меня. Brālis, viņš mani lutināja, viņš nopirka man mašīnu. Мне было 14 лет, man я хотел быть крутым. 14 gadi, es vēlējos būt kruts. Он мне в 14 лет купил Opel. Un viņš 14 gados man nopirka Opeli. Не прав, еще ничего не было. Man nebija ne tiesība, nekā. Но он видел во мне потенциал, что я смогу ездить без прав. Bet viņš redzēja mani potenciāli, ka es spēšu braukt bez tiesībām. Говорит, давай мы тебе машину подарим. Viņš teica, uzdāvināsim mēs tev mašīnu. И, ну, твоей жизни станет немножко лучше, интереснее. Un tavā dzīvē kļūs labāk, interesantāk. Мы не способны хорошие блага, которые в нашу жизнь приходят, использовать по назначению, если у нас проблемы с мышлением. Ja mēs nespējām tos labumus, kas nāk mūsu dzīvē izmantot uz labu, ja mums ir nepareiza domāšana. Я тогда учился в техникуме. Es tad mācījos tehnikumā. И у меня была практика. Un man bija prakse. На одном таком большом заводе, Online Farm, который таблетки производит. Online Farm uzņēmumā. И вся моя практика в течение полгода заключалась в следующем. Un visa mana prakse nākamā pusgada laikā bija sekojoša. Я с утра приезжал на работу на Опеле. Es no rīta ar Opeli atbraucu uz darbu. У меня была машина круче, чем у начальника цеха. Man bija krūtāka mašīna nekā priekšniekam. Vadītājiem. У меня были ключи, я как на электрика учился, у меня ключи от всех щитовых были там. Ну, был ответственный человек, и мне было тоже доступно. Man bija pieejamas atslēgas no visām tā kā elektrības kastēm. Да, кастем. Tāpēc, ka es mācījos par elektriķi. Я брал ключи с утра, шел в обход. Es ņēmu no rīta atslēgas un gāju apgaitā. Открывал щитовые там, где можно было кабеля хорошие украсть. Es taisīju vaļā skāpjus, kur varēja labus kabeļus nozagt. Оставлял их открытыми до вечера. Atstāju tos vaļā līdz vakaram. Ходил всем, улыбал. Staigāju visiem smaidīju. Все помогал. Visiem palīdzēju. Кому что поднести, весь такой был. Visiem, ko vajadzēja pienest, to izdarīju. Хоть на хлеб намазывай. Ну, в общем, очень хороший был. Байга из пуйка. Бию лабайс. А вечером, когда никого не было, Bet vakarā, kad neviena nebija, я туда заходил на объект. Es gāju uz objektu. Быстро собирал в свой Opel кабеля, которые меня интересовали. Savācu savā Opelī visus tos kabeļus, kas mani interesēja. Un vedu projām. На следующее утро у меня уже все было сдано. Nākamā rītā man viss jau bija nodots. 30-40 латиков. 30-40 лати. С утра приехал, все закрыл щитовые. No rīta atbraucu, visu aizslēdzu. Tratiš денежку. Un tērēju naudiņu. Денежки тратиš там на всякую ерунду. Uz visādiem niekiem. Травку там. Uz zālīti. Купить. Пивка попить. Aliņu padzert. Ну, конечно же, полная машина девушек была. Protams, pilna mašīna ar meitenēm. Такой кавалер с транспортом, конечно. Tāds kavalieris ar transportu, protams. Музыка играла на ворованном магнитофоне. Музыка uz zagta magnetofona. Когда денежек не было, я сливал бензинчик по машинам, которые в городе стояли. Вечером проезжал с баночкой. Nebija naudas, tad braucu pa pilsētu un nolēju benzīnu no stāvošā mašīnā. Tāda bija mana prakse tehnikumā. То есть это был нормальный обыденный образ жизни. Tas bija tāds parasts dzīvesveids. Слава Богу, что сегодня все поменялось. Paldies Dievam, ka šodien viss ir mainījies. Потом я совершенствовался в своих талантах. Pēc tam es tā kā apgūlu meistarību savos talantos. Дошло до того, что уже с завода солярку тоннами воровал. Un nonāca līdz tam, ka no rūpnīcas saļarko ar jau tonnās И меня проносило. Un mani visu laiku nesa cauri. Я как вспомню, там полиция охраняла уже все там. Уже, es atceros, ну, ka идут полиция потери такие. Visu jau sargāja, ka tādi zaudējumi.
И где-то вот бралось это откровение. Bet kaut kur ņēmās šī saucamā atklāsme. Машину оставлять в специальном месте, там целая схема. Tur bija vesela schēma. И уже вот приходили люди, прямо меня вот с этой машиной могли обнаружить. Un jau nāca cilvēki, mani ar visu mašīnu varēja jau atklāt. Просто чудом, они смотрели на меня и не могли поверить, что такой молодой парень может делать такие великие дела. Viņi skatījās uz mani un vienkārši nespēja noticēt, ka tāds jauns puisis varēja tādus lielus darbus izdarīt, man jautāja. Я говорю, да я уходил, у меня живот там заболел, я пошел вот это. И вернулся, говорю, мы здесь просто катаемся. Es tā teicu, man sapēja vēders, es aizgāju projām. Если багажник открыть, там пахнет, как с цистерны с соляркой. Bet, ja tur atvērtu bagāžnieku, tad tur tā kā pēc cisternas ar soļarku ostu. Помню, этот полицейский разворачивается такой уходить. Atceros, šis policists griežās riņķī, lai dotos projām. Pronesло, как бы. Un it kā liekas, nu, izgāja cauri sveika. А я ему кричу вдогонку. Bet es viņam bļauju pakaļ. Слушайте, у меня аккумулятор сел, можете дать мне прикурить? Un es bļauju viņam, man akumulātors nosēdies, vai varat man, nu, tā kā pielikt. А с аккумулятором все в порядке, это просто была верх наглости. Viss bija kārtībā, tas bija pārākums nekaunībai. Это, ну, норма жизни. Tas bija norma manā dzīvē. Естественно, что когда грех. Ja visu laiku ir grēks un atkal grēks. Сначала тебя совесть как-то судит. Tad no sākuma sirdsapziņa tev kaut kā tiesā. А потом уже ничего не судит. Bet pēc tam vairs netiesā nekas. Тебе хочется только развлекаться. Un tev vēlies tikai izklaidēties. Почему? Потому что дьявол вошел глубоко. Kādēļ tas ir, jo velns ir iegājis dziļi jau. Обману. Viņš ir piemānījis. Rasказал вот это ценность. Pastāstījis, ka lūk šīs ir vērtības. Дал будущность, надежду. Deva cerību nākotnei. Поэтому все кроется именно в этом. Tādēļ viss slēpjas tieši tajā. Какие ценности мы передаем своим близким, родным? Kādas vērtības mēs nododam saviem tuviniekiem? Какие ценности мы передаем тем детям, которые рождаются в нашей семье? Kādas vērtības mēs nododam tiem bērniem, kas piedzimst ģimenē? Я благодарю Бога за каждого из вас. Es pateicos Dievam par katru no jums. За то, что вы сегодня на правильном месте. Ka jūs šodien esat pareizā vietā. За то, что сегодня в вашей жизни Христос. Par to, ka šodien jūsu dzīvē ir Jēzus. И нужно уповать на него неустанно. Un vajag nepagurstot paļauties uz viņu. Ходатайствовать и молиться за своих детей. Lūgt par saviem bērniem. Для того, чтобы они ходили в истине. Lai viņi staigātu patiesībā. Amen. Amen. Аллилуйя. И когда Мария родила Иисуса. Un kad Marija piedzemdēja Jēzu. Это тоже было очень знаменательно. Tas arī bija ļoti zīmīgi. И когда мы смотрим в традиционной церкви. Un kad mēs skatāmies uz šīm tradicionālajām draudzēm. Katoļtīcīgajiem, pareizticīgajiem luterāņiem. Везде мы видим, что Иисуса показывают как младенца. Mēs redzam, ka visur Jēzu rāda kā zīdaini. Мы видим, что есть ясли. Mēs redzam, ka ir šī ainiņa. Стоят Мария и Иосиф. Kas stāv Marija un Jāzeps. Потом волхвы. Иисус, он такой маленький. Un Jēzus ir tāds maziņš. Лежит в яслях. Viņš guļ šajā silītē. И задается вопрос, что младенец может сделать. Un tad rodas jautājums, ko zīdainis var izdarīt. Люди ходят просто как на ритуал. Cilvēki iet vienkārši kā uz rituālu. Просто на какой-то обряд. Uz rituālu. Для них Иисус это младенец. Viņiem Jēzus tas ir zīdainītis. Но Иисус ничего не сделал до 30 лет. Bet Jēzus līdz 30 gadiem viņš neko neizdarīja. Пока он не вошел в служение. Kamēr viņš neiegāja kalpošanā. Пока он не встретился с Духом Святым. Kamēr viņš nesatikās ar Svēto Garu. Он знал, от кого он, что он дитё Божие. Viņš zināja, no kā viņš ir, ka viņš ir Dieva bērns. Но на протяжении всего этого времени он ничего не делал сверхъестественного. Bet visa šī šajā laikā viņš neko pārdabisku nebija darījis. Потому что он знал своё предназначение, что его служение будет потом. Jo viņš zināja savu aicinājumu, ka viņa kalpošana būs pēc tam. Что ему нужно будет пойти на крест для того, чтобы вернуть всех людей. Ka viņam vajadzēs iet krustā, lai atgrieztu visus cilvēkus. Чтобы посрамить дела дьявола. Lai liktu kaunā velna darbus. Чтобы дать исцеление, свободу. Lai dotu dziedināšanu un brīvību. Это так, чтобы дать прощение грехов. Lai dotu grēku piedošanu. И знаете, как бывает в современном мире, особенно в церкви.
mēdz būt mūsdienu pasaulē īpaši draudzē. Потому что церковь, она в основном смотрит в эту прекрасную книгу Библии. Jo draudze pārsvarā skatās šajā brīnišķīgā grāmatā Bībelē. Здесь от бытия до откровения идёт борьба. Šeit no Mozus grāmatas līdz atklāsmes grāmatai iet cīņa. Идёт война с дьяволом. Iet cīņa pret Sātanu. Святых людей. Svētiem cilvēkiem. Праведников. Taisnajiem. Но люди приходят в дом Божий. Bet cilvēki atnāk uz Dieva namu. Они ищут только зоны комфорта. Bet viņi meklē tikai komforta zonas. Хочется, чтобы была комфортная жизнь. Gribas, lai ir komfortabla dzīve. Но сегодня Бог, он возлагает нечто большее. Bet šodien Dievs, viņš uzliek kaut ko vairāk. У него нет задачи привести в твою жизнь благо. Viņa nav uzdevums atnest финансовые, материальные. Tavā dzīvē finansiālus, materiālus labumus. Он хочет, чтобы ты был исцелен, освобожден. Viņš grib, lai tu būtu dziedināts un atbrīvots. Он хочет, чтобы ты искал прежде царство Божие. Viņš grib, lai tu visu pirms meklē Dieva valstību. И когда человек избирает путь, un kad cilvēks izvēlas ceļu, который он объясняет сам себе, kuru viņš paskaidro pats sev, основываясь на Библии, на Слове Божьем, pamatojoties uz Dieva vārdu, uz Bībeli, делает выбор самостоятельно, un dara patstāvīgi savu izvēli, берет определенный поворот на определенном перекрестке, начинает идти в том направлении, как ему хочется. Viņš pieņem lēmumu uz noteikta dzīves ceļa un iet tā, kā viņš vēlas. В направлении комфорта. Uz komforta virzienā. Не в направлении состояния войны и противостояния за свою жизнь, за свою судьбу. Nevis tādā cīņas stāvoklī par savu dzīvi. Бывает очень часто, ну и что, что болею? Главное, чтобы в жизни все было хорошо. Dažreiz ir tā, tas jau nekas, kas slimojam, galvenais, ka dzīvē viss labi. Это не так. Tas Бог tā хочет, nav. Чтобы ты был исцелен. Dievs vēlas, lai tu būtu dziedināts. Ну ничего, что я по выходным выпиваю или ну, tas nekas, потребляю что-то. Brīvdienās iedzeru vai kaut ko citu. Я же так, неплохой парень. Bet visā būtībā es jau neesmu slikts. У меня есть хорошая работа. Man ir labs darbs. Там зарплата, какие-то блага. Алга, кады, цити лабуми. Но Бог хочет, чтобы ты ходил в святость. Bet Dievs vēlas, lai tu staigātu svētumā. Чтобы ты был сосудом Божиим. Lai tu būtu Dieva trauks. Исцеленным и свободным, амен. Dziedināts un atbrīvots, амен. Очень важно понимать, что мы будем противостоять всю нашу жизнь здесь, на этом свете. Ir ļoti svarīgi, ka visu šo dzīvi šajā pasaulē. Проблемы и обстоятельства не будут приходить. Apstākļi un grūtības tās nāks. Но у тебя есть сила, чтобы противостать им. Bet tev ir spēks, lai stātos tām pretī. У тебя есть сила, чтобы победить все эти проблемы. Tev ir spēks, lai uzvarētu visas šīs проблемы. У тебя есть сила, чтобы все обстоятельства повернуть во благо. Tev ir spēks, lai visas šīs problēmas pagrieztos par labu. Часто мы думаем, что приходя к Богу, бежим, мы думаем, как начинаем жить с нуля, с чистого листа, как мы сакам дзīvot no nulles, no Но на самом деле мы начинаем с минуса. Bet patiesībā mēs sākam no mīnusa. И каждый раз, когда мы что-то выбираем, un katru reizi, kad mēs kaut ko izvēlamies, если этот выбор неправильный, ja šī izvēle nav pareiza, то покаяние заключается в том, чтобы ты вернулся на начало пути. Tad grēk nožēla parāds to, lai tu atgrieztos uz ceļa sākumu. Неправильный путь никогда не выведет тебя на правильный. Nepareizais ceļš, viņš nekad tevi uz pareizo neizvedīs. Нужно будет вернуться на перекрёсток и пойти в правильном направлении. Būs jāatgriežas atpakaļ uz krustojumu, lai ietu pa pareizo ceļu. Но очень часто мы заблуждаясь, думаем, что будем идти неправильным путём и как-нибудь всё получится. Bet bieži mēs maldamies, domājot, ka iesim pa nepareizo ceļu, bet viss tāpat būs labi. Сегодня в моём сердце. Šodien manā sirdī. Сострадание ir līdzjūtība к тем людям, pret tiem cilvēkiem, чьих семьях сегодня есть проблемы с болезнью, с зависимостью. Kuru ģimenēs šodien ir problēmas ar slimībām un atkarībām. Я не только был зависимый человек, но в моей жизни еще был гепатит С. Es biju ne tikai atkarīgs cilvēks, bet vēl manā dzīvē bija C hepatīts. Я одержал над ним победу. Un es uzvarēju to. Благодаря тому, что искал Иисуса Христа и просил его об исцелении. Pateicoties tam, ka es meklēju Jēzu Kristu un es lūdzu pēc dziedināšanas. Я помню это время. Es atceros šo laiku. Мне потребовалось полтора месяца, чтобы получить это исцеление. Man vajadzēja pusotru mēnesi, lai es gūtu šo dziedināšanu. Я заходил в тайную комнату. Es gāju savā kambarī. И просил Бога о том, чтобы он меня исцелил. Un lūdzu Dievu, lai viņš mani dziedina. Я просил его о том, чтобы он дал мне правильную молитву. Es lūdzu, lai viņš man dod pareizu lūkšanu. Я просил его, чтобы он в духовном мире поменял этот приговор. Es lūdzu, lai viņš garīgajā pasaulē izmaina šo spriedumu.
Я помню, как на протяжении полтора месяца это был такой труд. Un es atceros, ka pusotra mēneša laikā tā bija piepūle un tas, tā bija cīņa. Ты думаешь, ну, может быть, уже всё. Tu domā, varbūt jau viss. Уже исцелил. Varbūt jau dziedināji. Потом приходят разные мысли, дьявол начинает искушать свою сторону. Atnāk dažādas domas un velns sāk kārdināt. Говорит, что ты ещё не исцелён, тебе там надо продолжать. Ka tu vēl neesi dziedināts, ka jāturpina. Dzīvo, всё будет в порядке. Kā dzīvoj un viss būs kārtībā. Люди с худшим диагнозом всю жизнь живут до 100 лет и всё у них хорошо. Cilvēki ar sliktāko diagnozi dzīvo līdz 100 gadiem un viss kārtībā. Но я был не согласен ходить с этой болезнью. Bet es nebiju ar mieru staigāt ar šo slimību. Я верил, что мой Бог, он полностью меня искупил и исцелил. Es ticu, ka mans Dievs ir pilnībā mani izpircis. Зависимость это вообще не проблема. Atkarība vispār nav problēma. У меня не было понимания об этом, а потом в один прекрасный момент я просто попал в собрание, где святые люди, где люди праведники, рождённые свыше. Man nebija saprašana, bet tad es nonācu kādā sanāksmē, kur bija cilvēki, не понимал, но чувствовал эту атмосферу. Kur bija ticīgie, un es neko nesapratu, bet es sajūtu šo atmosfēru. Бог очень легко может изменить. Dievs ļoti vienkārši var mainīt. Твоё состояние. Tavu stāvokli. То, в чём ты жил, он может обратить это совсем в другую сторону. То, ar ko tu dzīvoji, viņš var to pilnīgi pārvērst. Те ценности, которые тебе привил мир, как ложь эту дьявола, всё то, что он тебе рассказал. Pasaules vērtības un velna meli, ko viņš Бог tev iestāstījis. Может перевернуть. Dievs to vienā momentā visu var так pagriezt otrādi, un tā arī notika manā dzīvē. Ко мне ходили верующие люди. Мать 11 лет молилась за меня. Māte 11 gadus lūdza par mani. Она молилась, у неё приходило разочарование. Viņa lūdza, pie viņas nāca vilšanās. Потом она опять возвращалась к молитве. Tad viņa atkal atgriezās pie lūkšanām. И как только она начинала ходить в церковь, молиться за меня. Un tikko viņa sāka iet uz draudzi un lūgt par меня mani. Меня срывало с катушек просто. Tad mani vienkārši tā kā norāva. И она стала замечать, что когда она не молится, просто вот un всё пусть идёт своим чередом. Viņa sāka ievēro, ka даже у меня как будто бы всё и лучше. Tā, ka tad, kad viņa nelūdz, it kā, tad izskatījās, ka manā dzīvē viss iet labāk, nebija tādas lielas problēmas. В этом и заключается ложь. Un tajā arī ir tie meli. Когда дьявола бьют в голову, kad vēlnis ir pa galvu, все его дела разоблачают. Tad visa viņa darbi tiek atmaskoti. Знаете, как крыса, её когда в угол загоняешь? Ziniet, kā žurka, kad to iedzina stūrī. Она потом начинает кидаться. Viņa sāk mētāties. Независимо там, насколько большой этот человек или кто, да, кто на неё нападает, она бросается в отчаянии. No tā, cik liels ir tas, kas viņai brūk virsū, viņa metas izmisumā. Точно так же дьявол. Tāpat tās arī vēlns. Он хочет напугать человека. Viņš vēlas nobiedēt cilvēku. Потому что страх это вера. Jo bailes tā ir ticība. Страх это сильная вера. Bailes ir spēcīga ticība. Которая открывает путь для дьявола в жизнь человека. Kurā atver ceļu vēlnam cilvēka dzīvē. Бог приходит через любовь. Dievs atnāk caur mīlestību. Вера в Бога, она основана на любви. Ticība Dievam, viņa balstās uz mīlestību. В любви нет страха. Un mīlestībā nav baiļu. А дьявол, он основывает свою веру, свой путь, Bet открывает vēlns... ворота для того, чтобы войти в жизнь человека именно через страх. Balstās un atver šos vārtus, balstoties uz bailēm. Он хочет запугать. Viņš vēlas iebaidīt. Напугать болезнью, напугать зависимостью, напугать проблемами, Iebaidīt ar problēmām, обстоятельствам, слимībām, atkarībām. Для того, чтобы поработить жизнь человека. Lai viņš varētu turēt verdzībā cilvēka dzīvību, ņemt šo cilvēku zem kontroles. Влиять на его разум, говорить ему о том, что у тебя никогда ничего не получится. Viņa saprātu teikt, ka tev nekad nekas neizdosies. Для тебя выхода нет. Un tev izejas nav. Всё. Viss. Смирись и живи дальше, сколько тебе. Samierinies. Сколько у тебя получится. Un dzīvo tik ilgi, cik tev izdosies. Это его задача. Tas ir viņa uzdevums. Но Бог хочет изменить твою жизнь. Bet Dievs vēlas izmainīt tavu dzīvi. Мама молилась, переставала молиться, опять молилась. Mamma lūdza, pārtrauca lūgt, tad atkal sāka lūgt. Это было хорошо. Tas bija labi. Но ещё было очень важно, чтобы кто-то пришёл. Bet vēl bija svarīgi, lai kāds atnāktu. Потому что нет пророков в своём отечестве. Jo nav praviešu savā dzimtenē. Я знаю, что результат того, что сегодня я с Богом. Es zinu, ka rezultāts tam, ka es šodien esmu ar Dievu. Это результат её молитв. Tas ir viņas lūkšanas rezultāts. Сила ходатайства, когда ты за кого-то молишься, эта молитва она в два раза сильнее минимум. Aizlūkšanas, kad tu par kādu lūdz, tās ir divreiz stiprākas. Когда мать молится за своих детей, это очень сильно.
lūdz par saviem bērniem, tas ir ļoti spēcīgi. И дети будут видеть славу. Un tad bērni redzēs šo godību. Дьявол будет пытаться запугать. Velns centīsies iebiedēt. Но Бог всё равно даст победу. Bet Dievs vienalga dos uzvaru. И было тесно в моей жизни. Bija grūti manā dzīvē. Зажимало вот так все абсолютно сферы зажимало. Машину разбил, в Visas сферas mašīnu sasitu. С работы пришлось уйти. Nācās aiziet no darba. И потом я один раз проснулся вообще в лесу. Vienreiz es vispār pamodos mežā. Думаю, вот это я докатился, как бомж уже на траве сплю. Un es domāju, nu es esmu nonācis jau guļu kā bomzis uz как zāles. Как такое может быть? Kā tas var tā būt? И что-то начало происходить. Un kaut kas sāka notikt. Я думаю, ну буйный был, дрался. Es biju tāds kauslis. Вечером приходил, плакал. Vakarā nācu. Простите, всё такое. Раудаю, piedodiet. Там каких-то 10 латиков, помню, достаёшь, даёшь там, говоришь, вот всё. 10 латус iedod. Отдаю последние деньги. Отдаю пэдэю науду. Больше не хочу заниматься тем, чем занимался. Vairāk negribu nodarboties ar to, ko daru. С утра просыпался. Bet no rīta pamostos. Программа действий менялась. Un darbības programma mainījās. Подходил, отбирал то, что дал вечером. Pienācu atņēmu to, ko biju iedevis vakarā. Объяснял всем, куда им надо идти перед тем, как пойти на работу. Paskaidroju visiem, kur viņiem ir jāiet pirms viņi iet uz darbu. Šo занимался своими делами. Un gāju nodarbojos ar savām lietām. У меня есть сын, ему сейчас 10 лет. Man ir dēls, viņam tagad ir 10 gadi. Он был рождён вне брака. Viņš bija dzimis ārpus laulības. Сейчас, слава Богу, у нас с ним налаживаются отношения, мы общаемся. Paldies Dievam, tagad mums uzlabojas attiecības, mēs kontaktējamies. Я с ним ходил в детский сад через точку каждое утро. Un katru rītu es uz bērnu dārzu kopā ar viņu gāju caur точку. На протяжении где-то полугода. Apmēram pusgada garumā. Мы с ним заходили в подъезд. Mēs ar viņu gājām iekšā kāpņu telpā. Я брал наркотики. Es ņēmu narkotikas. Он играл с рекламкой, там, которая возле ящиков валяется. Viņš spēlējās ar reklāmiņu, kas pie paskastītēm. Я прям там готовил эти наркотики. Un es tās narkotikas turpat uz vietas gatavoju. То есть это была норма. Tā bija Потом норма. Вёл его в садик и уже шёл делать все свои дела. Uz bērnu dārzu un gāju darīt visas savas darīšanas. Ни одной системе этого мира невозможно изменить таких людей. Nevienā pasaules sistēmā nav iespējams izmainīt šādus cilvēkus. Ni hipnozam, ničiem ešo. Ne ar hipnozi, ne ar ko citu. Даже если человек слабый. Pat ja cilvēks ir vājš. Внутри него нет ни характера особо, ни воли. Viņa iekšēnē nav gribas, nav rakstura. Если у него есть зависимость. Un ja viņam ir atkarība. Что ты с ним не делай, он всё равно будет так жить. Lai ko tu ar viņu darītu, viņš vienalga tā dzīvos. Почему? Потому что он не рождён свыше. Dēļ, jo viņš nav piedzimis no augšienes. За это надо молиться. Un par to ir jālūdz. Сегодня нет ни одного человека, кто сам пришёл к Богу, просто сам. Šodien nav neviena cilvēka, kas vienkārši tāpat pats atnāc pie Dieva. Обязательно за каждого из этих людей молились. Noteikti par katru no šiem cilvēkiem kāds ir lūdzis. Или это церковь молится за город. Vai nu draudze lūdz par pilsētu. Или это близкие молились раньше. Vai tuvinieki pirms tam ir lūguši. Или в это время. Vai Но абсолютно laikā. Каждый человек приходит по открытому пути, приготовленному пути. Bet katrs no cilvēkiem atnāk pie Dieva pa sagatavotu ceļu. Там есть одно место, где сказано: "Искал я у них человека, кто встанет в проломе". Un Ecēļā rakstīts, ka vienā vietā, ka meklēju cilvēku, kas stāsies pretī. Кто будет ходатайствовать за конкретного человека, чтобы он получил свободу? Kas lūgs par konkrētu cilvēku, lai tas dabūtu brīvību? Абсолютно любая зависимость или болезнь, она начинается с контроля, с демонического контроля. Jebkura atkarība un slimība, viņa sākas no demoniskas kontroles. Всякий грех, который запинает человека, это демонический контроль. Грекс, kas paņem cilvēku, tā ir demoniska kontrole. Это духовные вещи. Tās ir garīgas lietas. Которые строились kuras ir на основании той атмосферы, в которой человек жил. Radušās, как он себя вёл. Pamatojoties uz to atmosfēru, kas ir bijusi, kā viņš ir dzīvojis. Каждый раз, делая какой-то грех, человек ставит кирпичик, кирпичик и строит стену между собой и Богом. Katru reizi darot grēku, cilvēks ņem ķieģelīti, tā kā un ceļ sienu starp sevi un Dievu. Но ходатайственные молитвы, они разбивают эти стены. Bet šīs lūkšanas par cilvēku, viņi sagrauj šo mūri. Для того, чтобы свет Божий, он пришел в сердце человека. Lai Dieva gaisma atnāktu uz šī cilvēka sirdi. Для того, чтобы он коснулся жизни и изменил ее навсегда. Lai tas pieskartos un mainītu dzīvi uz visiem laikiem. Я помню, что
Через где-то полторы недели, как я попал на реабилитацию. Es atceros, ka pēc pusotras nedēļas, kad es nācu uz rehabilitāciju, es ieraudzīju sevi no malas. Без реабилитационного центра мне было невозможно спастись. Без реабилитации центра мне не было iespējas glābties. Все очень просто. Viss ir ļoti vienkārši. Для зависимых людей нужны тепличные условия. Atkarīgiem cilvēkiem viņiem ir nepieciešami siltumnīcas apstākļi. Благоприятная почва, labvēlīgs pamats, в которой они смогут измениться. Kurā viņi varēs mainīties. Почему? Потому что круг, который вокруг тебя, он влияет. Kādēļ, jo loks, kurā tu atrodies, tas ietekmē tevi. Те люди, с которыми ты проводишь каждый день, они на тебя влияют. Cilvēki, ar kuriem tu esi ikdienā, viņi ietekmē tevi. Все на душевных связях. Viss balstās uz dvēseliskajām saitēm. Есть отношения с человеком. Ir attiecības ar cilvēkiem. Эти отношения не духовны. Un tās nav garīgas. Абсолютно любая группа людей, jebkura cilvēku grupa, которая собирается в одном месте, имеют общение, kas savācas vienā vietā un viņiem ir kontakts, между ними строятся душевные связи, starp viņiem veidojas dvēseliskās saites. Во время этого общения приходит та или иная сила, un šī демоническая или божественная. Laikā var atnākt vai nu demoniskā vai dievišķā. Точно так же, как верующие люди приходят в церковь для того, чтобы освящаться. Kā ticīgi cilvēki nāk uz draudzi, lai svētotos. Точно так же люди, которые находятся в грехе или в проблемах, болезни, они приходят в те места, где точно такие же люди. Cilvēki, kuriem ir problēmas, slimības, viņi arī nāk tādās pašās vietās. И парадокс заключается в том, что если здоровый придёт к больным, он станет больным. Un paradoks ir tajā, ja vesels aizies pie slimajiem, viņš paliks arī tāds pats slims. Если позитивного человека поместить среди людей, которые наполнены депрессией, ja pozitīvu cilvēku ielikt starp tiem cilvēkiem, kas ir depresijā un pilni aizvainojumi, то через 3 недели максимум этот человек начнёт говорить то же самое. Tad maksimums pēc 3 nedēļām šis cilvēks uzvedīsies tāpatās un darīs to pašu. Из-за душевных связей. Dvēselisko saišu dēļ. Душевные связи это как раз и есть те пути, те взаимоскрепляющие звенья одной определенной цепи, которая к себе подключает людей, и демонический контроль, он так распространяется. Dvēseliskās saites arī ir tās, nerada, tās ķēdes posmi, kas pieslēdz pie tevīm šo demonisko kontroli. Поэтому ты смотришь, что люди, например, сидят люди в тюрьме. Ka ir cilvēki, kas sēž cietumā. Они имеют определенный вид. Viņiem ir noteikts izskats. Лунный загар, сине-голубой. Tāds gaišs коричневые зубы. Mēnesnīgs iedegums, brūni zobi. Татуировки. Tetovējumi. Образ мышления. Domāšanas veids. Поведение, uzvedība, saprašana. Эти все качалки. Почему? Потому что они находятся в определенной атмосфере. Tas viss ir tādēļ, ka viņi atrodas noteiktā atmosfērā. И когда они приходят в обычный мир, они не находят себе места. Ieiet normālā pasaulē, tad viņi neatrod savu vietu. Ну почему? Kādēļ? Потому что им неудобно. Они привыкли в той системе. Через душевные связи определенный демонический контроль пришел в их жизнь. Ka viņam nav komfortabli caur šīm dvēseliskajām saitēm, viņam ir noteikta demoniska kontrola atnākusi. Это возможно разрушить только благодаря Иисусу Христу. Un to ir iespējams izjaukt tikai pateicoties Jēzum Kristum. Нет другой свободы. Nav citas brīvības. Нет другого исцеления, кроме как через Иисуса Христа. Nav citas dziedināšanas, kā tikai caur Jēzu Kristu. Может быть, кто-то скажет, есть там бабки, гадалки, колдуни, там ещё кто-то. Varbūt, kāds teiks, ir dziednieces. И типа помогает. Citi, kas it kā palīdz. Ничего там не помогает. Nekas tur nepalīdz. Туда просто приходит более сильнейший дух, злой дух. Tur atnāk tikai spēcīgāks ļaunais gars. Ну вот стандартная система свободы от алкоголя. Есть бабка некая, сидит где-нибудь. Стандартная система пред алкоголя ir kāda večiņa, kas sēž kaut kur. Она использует принцип тот же самый, что принцип креста. Viņa izmanto to pašu principu, ko Kristus princips. Только верующие приходят к Богу через Иисуса Христа. Tikai ticīgie nāk pie Dieva caur Jēzu Kristu. А те люди, которые пришли туда, приходят к бесам через бабку. Bet tie cilvēki, kas atnākuši, viņi
atnāk pie šiem nelabajiem gariem caur šo večiņu. И происходит обыкновенное стандартное замещение. Un notiek vienkārša aizvietošana. Был человек алкоголик или наркоман? Bija cilvēks alkoholiķis vai narkomāns? Или болел какими-то болезнями, диабетом, гепатитом, абсолютно неважно. Vai slimā ar jebkādu slimību, vienalga kādu? Приходит дух смерти чаще всего. Visbiežāk nāves gars. Он просто выгоняет все симптомы того духа, который был до этого. Vienkārši izdzen visa tā simptomas, kas bija pirms tam. У меня был случай на Украине. Man Ukrainā bija gadījums. Я не знаю, рассказывал я его здесь или нет. Es nezinu, vai esmu to šeit stāstījis. Я зашел в один дом. Es iegāju vienā mājā. Там была женщина. Tur bija sieviete. Где-то 65-70 лет. Apmēram 65-70 gadi. Я стал с ней общаться. Es sāku ar viņu runāt. Говорю, расскажите, ну как вообще вот вам здесь живется? Может быть, помощь какая-то нужна. Pastāstiet, kā jums tad dzīvojas, varbūt kāda palīdzība nepieciešama. Она стала говорить, все у нас в порядке. Viņa sāka teikt, viss mums ir kārtībā. У меня, говорит, все хорошо. Man viss ir labi. Там, полгода назад. Pusgadu atpakaļ. Сын повесился. Dēls pakārās. Два месяца назад внучка 15 лет повесилась. Divus mēnešus atpakaļ 15-gadīgā mazmeita pakārās. Потом там, с год назад еще... Gadu Кто-то из родственников покончил жизнь самоубийством. Vēl kāds no radiniekiem uztaisīja pašnāvību. Это как раз результат свободы от алкогольной зависимости. Tas tieši rezultāts brīvībai no alkohola atkarības. Бабки, которая находилась в том, ну, в той деревне. Там viņa gāja pie večas, kas bija tajā ciemā. Просто пришел дух смерти. Un vienkārši atnāca nāves gars. Нет другой свободы. Nav citas brīvības. От болезней, от зависимости. Atkarībām. От тех обстоятельств, которые приходят в твою жизнь. Только через Иисуса Христа. Kā tikai caur Jēzu Kristu. Только Иисус может дать свободу. Tikai Jēzus var dot brīvību. Только через Иисуса Христа человек становится по-настоящему свободным для того, чтобы жить для Бога. Tikai caur Jēzu Kristu cilvēks paliek patiesi brīvs, lai dzīvotu Dievam. Потому что заплачена жертва. Jo ir samaksāts upuris. Свобода уже оплачена. Brīvība jau ir apmaksāta. От тебя ничего не нужно. Un no tevis nekas vairs nav nepieciešams. Только принять его в свое сердце. Tikai pieņemt viņu savā sirdī. Позволить ему исполнить его работу. Un ļaut viņam piepildīt savu darbu. Иисус входит в жизнь человека. Jēzus ienāk cilvēka dzīvē. Он помогает человеку родиться. Viņš palīdz cilvēkam piedzimt. Стать гражданином царства Божьего. Kļūt par debesu valstības pilsoni. Это очень важно. Un tas ir ļoti svarīgi. Когда человек рождается, kad cilvēks piedzimst, для Господа, Dievam, он получает свою жизнь, судьбу Божью. Viņš iegūst savā dzīvē Dieva likteni. Царство Божье имеет в виду этого человека. Un Dieva valstība ņem vērā šo cilvēku. Для этого человека есть определенный путь, которым он пойдет. Šim cilvēkam ir noteikts ceļš, pa kuru viņš varētu iet, un tas ir unikāls. Библия говорит, что не думал... тот человек вообще не видел того глаз и не слышал того уха, что приготовил Бог любящему. Bībelē teica, ka nav, viņa acis nav redzējusi, auss nav dzirdējusi to, ko viņam sagatavots. Еще в одном месте сказано, что мы бы, если бы увидели, то не поверили. Un citā vietā teica, ka ja mēs pat redzētu, mēs nenoticētu. Господь приготовил исцеление, приготовил свободу Dievs для своих детей. Brīvību un dziedināšanu saviem bērniem. Это важно. Un tas ir svarīgi. Я верю в особенную атмосферу на этом месте. Es ticu īpašai atmosfērai šajā vietā. Я думаю, что мы будем сейчас молиться. Un es domāju, mēs tagad lūksim. Мы будем молиться за наших близких и родных. Mēs lūksim par saviem tuviniekiem, radiniekiem. Мы будем молиться за себя. Mēs lūksim par sevi. Для того, чтобы нам видеть его славу в нашей жизни. Lai mēs redzētu viņa godību savā dzīvē. Для того, чтобы сегодня все те обстоятельства, которые ты проходишь. Lai visi tie apstākļi, kuriem tu šodien eji cauri. Чтобы в них вмешался Господь. Lai tajos iejauktos Dievs. И все смертоносное. Un viss, kas uz nāvi. Убрал всякий приговор. Viņš novāktu, lai katrs spriedums tiktu novākts. Дал человеку жизнь, жизнь с избытком. Un cilvēkam tiktu dota dzīve un dzīve pārpilnībā. Благословенную, помазанную. Освещённо, обгайсмота, полную чудес, знамений, свайдита, пилна ар зимем и бринумем, пилна ар виня годиву. Амен. Амен. Сегодня для него важно, шудия виням ир сварий, чтобы каждый из нас был спасен, лайк венс на умом стык чтобы каждый из нас был не только спасен, но и встал в его судьбу и в его волю. Лай не тикай тык ту главц, бет ари ейоту виня святая гриба. Вы сделали хорошую рекламу. Jūs uztaisāt labu reklāmu, es redzēju šo plakātu. Это действительно так. Цена свободы. Tiešām tā ir brīvības cena.
Cenu мы платим каждый день. Cenu mēs maksājam katru dienu. Кому мы платим цену? Это очень важно. Mēs maksājam šo cenu, tas ir ļoti svarīgi. Можно много молиться. Var daudz lūgt. Но делами отрекаться. Bet ar darbiem no tā atšķirties. Неверием отрекаться. Atkāpties no tā neticību, no Dieva godības atkāpties. Цена свободы. Brīvības cena. Она платится во имя Иисуса Христа. Tā tiek maksāta Jēzus Kristus. Ему ничего не стоит сделать свободных людей в твоем доме, освободить, исцелить. Viņam tas nekas nemaksā, ko viņam tas nemaksā atbrīvot cilvēku savā namā. Потому что за это уже заплачено. Jo par to jau ir samaksāts. Нам нужно только принять. Mums tikai ir jāpieņem. Я прошу прославления. Un es lūdzu slavētājiem. Начать что-то играть. Sākt spēlēt kaut ko. Мы будем молиться. Un mēs lūksim. Сегодня я счастливый человек. Šodien es esmu laimīgs cilvēks. Без гепатита, без зависимости. Bez hepatīta, bez atkarības. Зависимость только. Atkarība tikai viena. От Господа. No Dieva. Приятно. Ir patīkami. Вспоминая смеяться о той жизни, которая была от дьявола. Par to dzīvi, kas bija no vālna. Приятно, что Господь он всё поменял. Ir patīkami, ka Dievs ir mainījis visu. Это самое важное. Tas ir pats svarīgākais. Встреча с ним она навсегда изменит нас и не оставит нас прежними. Satikšanās ar viņu mainīs mūs un neatstās tādus, kā bijām. Когда мы будем молиться, представляй того человека, kad или это lūksim, ты, или это близкий, родной, кому сегодня нужна свобода, исцеление. То cilvēku sevi vai kādu tuvinieku, kam šodien ir nepieciešama brīvība, un tu redzēsi rezultātu. Видишь, что Господь мешается особенно в эту ситуацию. Tu redzēsi, ka Dievs iejauksies pārdabiski. Amen. Знаете, Евангелие, оно вообще простое. Ziniet, evangelijas, viņš vispār ir vienkārši. Только люди его усложняют. Tikai cilvēki to sarežģīja. Начинают придумывать какие-то такие сложные схемы. Sākot izdomāt sarežģītas схемas. Схема очень проста. Bet схема ir ļoti vienkārša. Откажись от прежних путей своих. Atsakies no saviem vecajiem ceļiem. Остановись на путях. Un nostājies uz Dieva ceļiem. И познай, что он Господь. Un iepazīsti, ka viņš ir Dievs. Истина, она освобождает. Patiesība viņa atbrīvo. Она исцеляет. Tā dziedina. Мы будем провозглашать духовный мир. Un mēs pasludināsim garīgajā pasaulē. Мы будем разрушать сегодня всякий демонический контроль. Mēs sagrausim jebkādu dēmonisku kontroli. И будем благословлять. Un svētīsim. Нашу жизнь, жизнь наших близких. Mūsu dzīvi un mūsu tuvinieku dzīves. Будем провозглашать на их жизнь славу Божию. Pasludināsim uz viņu dzīvēm Dieva godību un brīvību. Если сегодня есть здесь на этом месте люди, которые ломаются в разуме своём. Un ja ir cilvēki, kas говорят, ну да, уже тысячу раз молились, и мы до бука. Savā prātā, jā, jau daudzreiz lūdzām. И все, кто только может. Все, кто приезжают в Венспилс. Un visi, kas tikai brauc uz Ventspili. Или у тебя есть возможность куда-то поехать на какого-то помазанника. Tev ir iespēja braukt pie kāda svaidītā. Уже на голове от возложения рук. Jau uz galvas no roku uzlikšanas. Нет волос. Nav matu. Ты молишься, молишься, и уже не видишь, и уже разочарован. Neredzi, esi jau vīlies. То сегодня особенное время. Tad šodien ir īpašs laiks. Все в простоте. Viss ir vienkāršībā. Господь явит славу. Dievs rādīs savu slavu. Я это знаю. Es zinu to. Я это пережил. Es to esmu pārdzīvojis. Имею моральное право говорить. Un man ir morāls tiesības par to runāt. Господь будет сегодня исцелять. Dievs šodien dziedinās. Давать свободу. Un dos brīvību. Давайте встанем на наши ноги. Piecelsimies. Отец, благодарим Тебя. Tēvs, mēs Tev pateicamies. Благодарим и славим Тебя. Pateicamies un slavējam Tevi. За то, что в наших домах. Par to, ka mūsu namos. Царствуешь Ты. Valdi Tu. За то, что в наших домах территория Царства Божия. Par to, ka mūsu namos ir Dieva valstības teritorija. Благодарим Тебя, драгоценный Господь. Pateicamies Tev, dārgais Dievs. За то, что каждая мать. Par to, ka katra māte. Которая дала жизнь. Kurai devusi dzīvību. Она сегодня благословлена Тобой. Viņa šodien ir svētīta. И те плоды жизни. Un tie dzīvības augi. Те люди, которые родились на этот свет, они родились для Твоей славы. Kas ir piedzimuši šajā pasaulē, viņi ir dzimuši Tavai slavai. Мы сегодня разрушаем всякий демонический контроль. Un mēs šodien laužam jebkādu demonisku kontroli. Мы сегодня просим Твоего вмешательства во все душевные связи, которые влекут за собой Tavu iejaušanos, jebkādā šajās dvēseliskajās saitēs, kas nes grēk. Strādā, 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 pazor, kas nes līdz ciešanas sāpes.
Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа разрушить. Мы просим Тебя убери от нас лукавых и беспорядочных людей. Пусть сегодня всякий демонический контроль, который приводит страх в нашу жизнь, пусть будет разрушен. Во имя Иисуса. Боже, мы нуждаемся сегодня в Твоей исцеляющей силе. Мы нуждаемся сегодня в душевном исцелении, в физическом исцелении. Мы молим Тебя на основании жертвы Иисуса Христа. Мы провозглашаем, что Твоя кровь, она сильна мыть нас. Она сильна даровать нам свободу. Мы благодарим Тебя, что ранами Твоими мы исцелены. Мы благодарим Тебя, что сегодня Ты восторжествовал победой. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня лишил власти все силы тьмы. Что Ты сегодня отнял у них. Всякое оружие, приготовленное против Твоих детей, приготовленное против наследия Твоего. Ты сегодня, великий Бог, который через Иисуса Христа даровал нам победу, даровал нам свободу. Ты сегодня тот Господь, который отвечает на молитвы детей Твоих. Ты сегодня тот Господь, который приготовляет каждого к спасению, к исцелению и к славе. Мы благодарим Тебя, что сегодня небо открыто над нами. И мы просим Тебя, Дух Святой, наполни особенно это место. Мы взываем сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть всякие узы и рва будут разрушены. Пусть прямо сейчас всякие оковы падут. Мы провозглашаем на жизнь тех людей, которые по каким-то причинам не пришли на это место. Но в каждом доме, где есть сегодня нечестие, беззаконие, где есть сегодня грех, где есть сегодня зависимость и болезнь, мы провозглашаем свободу. Мы провозглашаем свободу. Мы провозглашаем, что всякий контроль разрушен. Во имя Иисуса. Дьявол, мы лишаем Тебя всякой власти. Мы разрушаем Твою ложь. Мы разрываем Твои цепи. Мы снимаем всякий позор и всякое посрамление. И мы провозглашаем, что Господь восторжествовал над всяким злом и беззаконием, над всяким проклятием. Он сделался за нас клятвой закон, чтобы навсегда искупить нас, навсегда освободить нас от всякого проклятия закона. Великий всемогущий Господь, Шара Махаталара Мастура Махашиталара Мастай, Рабахатанара Бахаталара Бахатанара Бахатай. Мы благодарим Тебя, Отец, что Ты даешь утешение, что Ты сегодня наполняешь наши сердца любовью и состраданием. Боже, мы сегодня становимся в проломе. Мы сегодня становимся ходатаями между теми людьми, кто сегодня в нужде. Мы становимся сегодня в этом проломе для того, чтобы ходатайствовать за эту землю. Мы просим Тебя, пусть от Духа Твоего прямо сейчас пусть от Духа Твоего и зальется дождь. Дождь веры. Дождь исцеления. Мы нуждаемся сегодня, Отец, в особенном помазании. Мы нуждаемся сегодня в особенной свободе во Христе Иисусе. Для того, чтобы всякие оковы, всякое рабство, оно было смыто Твоей водой живой. Мы провозглашаем сегодня на каждую душу живую. Мы провозглашаем Твою славу. Мы провозглашаем пробуждение на этот город среди тех людей, кто находился в оковах рабства. До этого времени мы разрушаем всякое рабство греха. Мы разрушаем всякое рабство болезни. Мы разрушаем всякий демонический контроль страха. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Мы провозглашаем свободу. Мы провозглашаем свободу через кровь Иисуса.
Отец, мы провозглашаем Твою победу. Мы провозглашаем, Господь, Твою славу. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Боже, пусть Твои ангелы прямо сейчас, которые суть служебные духи, повинуются пророческому слову и приносят свободу, приносят исцеление, приносят, Господь, Твою благость и милость в каждый дом. Мы провозглашаем, Дух Святой, Твое Царство до края земли. Мы провозглашаем Твое Царство здесь, в этом городе, во всех близлежащих городах. Мы провозглашаем, Господь, Твою славу и Твое распространение. Мы провозглашаем на свою жизнь, что мы дети Божьи, народ взятый в удел, искупленный для Твоей славы, наполненный Твоими откровениями, наполненный Твоей любовью. Мы провозглашаем на свою жизнь, что мы свет этому миру, что мы соль этой земле. И везде, где мы пойдем, та земля, мы провозглашаем, она святая земля. Везде, кому скажем слово, пусть это слово будет растворено в сердце, пусть это слово вернется к тебе по прошествию времени исполнившись. Мы согласны сегодня, мы соглашаемся сегодня с каждой буквой в Твоем Святом Писании во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, что в нашей жизни это слово, это есть вернейшее пророческое слово, которому надлежит исполниться, который уже исполнил. И кого Сын освободил, тот ты истинно свободен будет от всякой болезни, от всякой зависимости, от всякого страха. Во имя Иисуса. Дух Святой, злей, злей, злей. И злей, злей, злей. Мы молим Тебя, пусть Ты зальешь. Пусть Ты зальешь на каждого на этом месте. Мы благодарим Тебя за Твою славу на этом месте. Мы благодарим Тебя, драгоценный Дух Святой, что ответы приходят прямо сейчас, что Ты восполняешь всякую нужду богатством славы Своей. Драгоценный Святой Дух, мы благодарим Тебя за то, что сегодня в Твоих силах. По-человечески это невозможно, но это возможно Тебе, Дух Святой. Мы провозглашаем свободу для всех измученных. Мы провозглашаем время искупления и избавления. Мы провозглашаем открытые темницы. Мы провозглашаем, Господь, свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его. Мы провозглашаем свободу во Христе Иисусе. Мы провозглашаем распространение и утверждение. Мы провозглашаем Твою победу во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя. И мы сегодня отрекаемся от всех прежних путей для того, чтобы принять все новое от Тебя. Для того, чтобы принять исцеление и свободу. Для того, чтобы принять эту милость. Для того, чтобы принять прощение. Для того, чтобы быть людьми, приносящими плод для Твоего Царства, несущими слово победы, несущими знамя победы высоко над головой. Драгоценный Господь, мы провозглашаем время избавления и искупления от всех оков во имя Иисуса. И там, где вчера преизобиловало зло, сегодня преизобилует благодать. Благодать на благодать. Благодать на благодать. Благодать на благодать. Благодать на благодать во имя Иисуса. Во имя Иисуса Твоя победа. Пусть все измученные выйдут на свободу. Я молю Тебя, пусть Дом Божий наполнится. Я молю Тебя, пусть этот религиозный дух будет разрушен. Я молю Тебя, пусть эта самоправедность будет разрушена. Пусть придет праведность. Праведность по вере в Иисуса Христа. Пусть оживет всякое-всякое дерево. Пусть оно оживет и приносит плод свой во время свое. Мы провозглашаем, что сегодня время Твое в этом городе, в ближайших городах и районах, Господь. Мы провозглашаем славу Твою и распространение Твоего Царства в силе и славе.
мы провозглашаем, Господь, что церковь наполняется людьми, новыми людьми, которые жаждут Твоего Слова, жаждут Твоей славы. Мы провозглашаем мягкие сердца. Мы сегодня разрушаем все твердыни дьявола. Мы сегодня разрушаем всякую депрессию, всякое разочарование. Мы сегодня разрушаем всякую безвыходность в сознании людей, Бог. Мы молим Тебя, пусть Твои ценности будут на первом месте. Пусть ворота жизни будут открыты для каждого ребенка, который рождается в Твой чудный свет. Во имя Иисуса мы провозглашаем Твою судьбу. Мы провозглашаем, Господь, Твою славу в их жизни. Мы провозглашаем Твой свет во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за эту особенную атмосферу, в которой Ты действуешь Твоей славой и по воле Твоей. Мы благодарим Тебя, что не в словах человеческой премудрости, но в явлении Духа и силы Ты, Господь, царствуешь сегодня на этой земле, в этом месте, среди народа Твоего. Мы благодарим Тебя сегодня за все те дела, которые Ты творишь. Во имя Иисуса Христа. Если есть люди, которые нуждаются в особенной молитве, я имею в виду тех людей, которые находятся на пути, ты разочаровался, ты уже не знаешь, что делать дальше, куда идти. Ты хочешь живых, новых, обновленных отношений с Богом. Я прошу, выходи сюда, мы будем молиться. Пойми, Бог есть. Он есть. Он хочет иметь с тобой отношения. Viņš vēlas attiecības ar tevi. Все те, у кого есть Visi tie, болезни, kuriem ir slimības. Выходите на это место, мы будем Nāciet priekšā. Не человек исцеляет, но Бог исцеляет. Bet Dievs dziedina. Мы просто закрепим этой молитвой. Может, потешам тебе какой-то свой цель в доме, в семье.